так работает Ростелеком. Никого нету, блядь. Девушка сидит, я жду по чеку, блядь, когда мне ко мне подойдут. Отлично просто. Круто. Очередь. Сотрудник. 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 Я с чеком. Просто шикарно. Еще и хамит. Здравствуйте. Значит, такая ситуация. Это цирк. Вот Ростелеком. Это реальный цирк. Захожу. У меня утро сегодня началось просто пипец как. Блин, я даже не знаю. Сел аккумулятор, вчера друг приходил, хотел машину посмотреть. Вечером уже. Забыли выключить плафон и сел аккумулятор. Ладно. И что вы думаете? Утро как вот задалось, оно так и не пошло. Завожу машину, аккумулятор сел, так как машина всю ночь простояла с плафоном включенным. Давай искать. Ладно, нашел вот сосед, мне за это помог прикурить. Все, завели машину, поехали. То есть я опоздал. У меня надо было спутниковую синхронизацию ставить. Опоздал, хрен с ним. Настя, вот сейчас надо Настю вести, немножко опоздала. Хрен с ним. Заказал вечером сим-карту в Ростелеком. Ну, для спутниковой сигнализации машину. Все, заказал, заказ оформили. Типа в 10 часов подъезжайте, заказ уже готов. Лежит, все. На цирке 3 точки Теле2. Вернее, 2 точки Теле2 получается. И одна Ростелеком. Получать надо только Ростелеком. Ладно, захожу в Ростелеком этот гребаный, по-другому никак не скажешь. Захожу, куча, блядь, сотрудников, один я. Подхожу к девушке, говорю, помогите. Говорю, это, сим-карту надо забрать, срочно бегу. Вот, знаете, как вежливо все. Сидит, бабки считает. Так, вот эта, которая прямо вот, которая там сидела, такая морда недовольная. Вы бы видели, это, знаете, как вот, как сказать, вот, продавщицы вот в советское время, блядь, в магазинах с колбасой, блядь, вот точно такая же, даже не лицо, блядь, это морда такая, вот, знаете, недовольна. Идите на стойку там, это нажмите кнопку. Нажимая кнопку, она сидит, бабки считает, номера моего нету, минута проходит, две проходят, ну нету народу, я стою один, блядь, я включаю телефон, все забегали, все засуетились, начинаю рассказывать. Вот пока, блядь, пенделя, блядь, не получили, блядь, не засуетились, вот представляете? Просто как ходятся, сидят, занимаются своими делами. Я говорю, я же клиент, ребят, ну вы должны обслужить меня как-то там, заказ это выполнить. Это ваша зарплата от меня зависит, потому что я приношу клиент деньги, блядь. Мужчина, вот ты будешь смотреть, потому что вы записали фамилию сейчас мою, потому что вы сказали, я сказал вам, что держу канал. Вы будете смотреть, да, это видео. Какого хера вы просите меня, чтобы я вас убрал из кадра, вы со мной попытаетесь вопрос решить? Просто вежливо, культурно. Какого хера меня просить и уходить в какие-то юридические аспекты, бля, что вот нельзя. Так нельзя, иди подай на меня в суд, бля, что нельзя. Какого хера ты со мной там сидишь, перерекаешься? Бля, я там тебе сказал, и здесь я так же говорю, точно на таком же языке. Твоя обязанность меня обслужить, потому что ты получаешь зарплату за счет меня, клиента. Очнись, блядь. Бесит прямо. Колхозники какие-то, вот в натуре, вот колхозники. Вот одна женщина, которая последняя мне, это, когда вот помогла оформить заказ, все-таки помогла, потому что та дура ушла, по-другому ее никак не назовешь. Спасибо вам огромное. Вежливо, как бы, и нормально. Но вот эти придурки, вот два, вот этот мужик и вот это вот. Это мое субъективное мнение. Я не констатирую факт. Это мое субъективное мнение. Никого не пытаюсь оскорбить, это вот на эмоциях вот так вот. Да. Юрист он мне сказал, что я тоже юрист, хреновый мне. Начните работать уже в новой реалити для людей. Не просто пришли, жопу просиживаете за зарплату. День прошел, носу проковырялся, ладно. Нет, это ваша работа. И чем больше клиентов, тем больше у вас денег. Тем больше ваша зарплата. Тем больше вы как-то по карьерной лестнице продвигаетесь. А не просто просиживаете до пенсии. Начните двигаться, люди, очнитесь. Когда у нас в России прогресс это начнутся? Всем пока.